Попробуйте лесенку отжиманий. Если в тренажерном зале есть машина Смита, там удобнее переставлять. Если нет, вот так вот выставляем крючки и делаем следующий вариант. Вариантов хвата, либо широким, либо узким. Если широким, это, соответственно, у нас будет комплекс на грудь, дельта, трицепс. Если узким, нагрузка идет больше на трицепс, на переднюю дельту. Делаем по возможности до упора. То есть сколько можете в каждом подходе, но без остановок. И таких круга три. Я это делаю в завершении, например, жимовой тренировки, либо можно вставлять в физическую нагрузку обычной тренировки. Итак, сама лестница. Пробуйте, добавляйте.